7 мая на территории Добинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух транспортных средств. Один из участников ДТП, 27-летний водитель, после окончания автошколы в марте текущего года впервые попытался сдать необходимые квалификационные экзамены, будучи кандидатом в водителя, и получить водительское удостоверение. Это у него не получилось на первоначальном этапе. Далее гражданин был задержан в марте месяце сотрудниками ДПС за управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, то есть будучи еще не водителем, а кандидатом в водителя. В отношении него была избрана судом мера пресечения, это содержание под стражей, то есть административный арест на 10 суток. После 10 суток административного ареста гражданин успешно сдал испытательные экзамены, получил водительское удостоверение. После этого 7 мая дважды в утреннее время он был оформлен сотрудниками в городе Вышний Волочок за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за перевозку пассажира без специального удерживающего устройства, наложено административное взыскание в целом за 3500 рублей. После этого уже в более позднее время на территории Добинского района водитель совершает выезд на сторону дороги, предназначенной движению в встречном направлении, совершает практически лобовое столкновение с движущим навстречу транспортным средством, в результате чего пострадал несовершеннолетняя девушка, находящаяся на заднем сиденье встречного автомобиля. Здесь можно поставить вопрос о действительно подготовке, которую водитель прошел в автошколе, что ему там разъясняли. Автошкола – это одна из автошкол города Удомли, он заканчивал. Нами будут инициированы, соответственно, проверочные мероприятия, чтобы установить, как действительно он обучался, и рассмотреть вот эти вопросы.